Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале «Зеленая жизнь». А у меня опять посылка. Видите? Дождалась я наконец-то свою посылочку. Если честно, заказ я делаю и оплачиваю еще в апреле. Вот. И, ну, не была готова, что это будет такая долгая песня. Хотя есть, конечно, песни еще дольше и дольше. Ну вот, наконец-то она у меня пришла. Вот. Хотя за это время я скажу, скажем так, даже не знаю, как сказать. Ну, в общем, за это время я у других продавцов уже раза по три, наверное, купила. И все мне прислали, и уже давно все адаптировано. И давно уже все у меня как надо. А тут пишешь продавцу, дня три тебе ответят на твой вопрос. Вот, в лучшем случае ответят. Ты не понимаешь, что как ты задаешь еще вопрос. На следующий вопрос тебе еще дня три отвечают. Ну, в общем, какой-то трэш просто. Ну, и наконец-то я уже не выдержала, и все, я уже там даже маленько, ну так, скажем так, поругалась. Хотя я человек такой неконфликтный, стараюсь не конфликтовать. Вот. Скажу честно, я даже забыла, что я там заказывала. Как выяснилось, вообще должно было быть три прививки, но одной точно нет, потому что в итоге там что-то с ней не так. И, в общем, как-то так вот все. Ну, так-то все прекрасно, конечно. Вот, смотрите, какая она хорошенькая. Название у нее вот такое. Я не знаю, как она цветет, потому что я искала это фотографии там добавить, да. Вот. И ничего там найти не могу на этом сайте. Я не буду говорить, какой это сайт, с чем. Вот. Но, знаете, когда есть такая кнопочка там рекомендовать ВКонтакте. Вот. В общем, эту кнопочку нажимать я не буду. И все. Хотя посылка там первым классом была отправлена. Она очень быстро дошла. Но я ее очень долго ждала. Невероятно долго. Вот такие вот прививочки, да, все замечательно. Вообще все великолепно. Вот. Когда зацветут, мы узнаем, что это такое было. Вот. За третью прививку мне я потом выбрала другую прививку. Ее оказалось тоже там что-то с ней нет. И все это шло время, переписка долгая, непонятная. В итоге я сказала, короче, верните деньги за третью прививку. Вот, мне вернули деньги. Вот. И вот, наконец-то, мои две прививки благополучно доехали. Вот. Такие дела. Посмотрите. Вот так вот у меня. Сейчас я их распакую до конца, обработаю. Ну, в общем, все как по накатанной обычно мы делаем с прививочками. Тут то же самое. Вот. На выходных хочу снять видео, показать свои сеянцы, которым будет уже 3 месяца, не 2, а 3. Вот, достану их, расставлю все красиво и покажу вам, как они себя чувствуют. Вот, как у них там дела. Вот, вон у меня на заднем плане мои орхидеи, которые приходили, помните, да? Так я, как и говорила, ничего я с ними не делаю абсолютно. Вот, просто подливаю маленько воды. Вот она моя гигантея. Вот так вот она себя чувствует. Вот так она в стаканчике у меня стоит. У шейки у нее, видите, ничего нету. Никакого мха. Приподнята она. Все нормально. Вот. Ну и все остальные тоже себя более-менее, так думаю, чувствуют. Сейчас поближе вам их покажу. А, еще хотела сказать, продала я свою монстеру. В общем, место очень понадобилось. Новые полочки монтируем, делаем. И очень понадобилось место. И я ее продала. Вот.
в заведение большое. Ой, упала. Так, вот так вот она у меня себя чувствует. Тоже, видите, ничего не делаю, стоит вот так в стаканчике. Вот. Мха около шеи нет, переживать не за что. Как только раскуплятся корни, я увижу растущие кончики, тогда, может быть, я что-нибудь и буду делать, и то не факт. Вот, вот так вот себя чувствует. Видите, нормально все с корешками. Вот. Ну, тут и мха нет, как говорится, это кора. Вот. Ни во что не хочу вообще перекидывать. У меня просто был тетраспис раньше. И вот он у меня вообще, я его тоже ничего с ним не делала. Великолепно так себя он чувствовал. В рост пошел, и рос, и рос, и рос. Прям в том, что в чем и пришел. Вот так вот. Вот такая у меня небольшая сегодня обзорчик, видео на посылочку. Скажем так, знаете, как сказать, ну, в общем, это наши малыши, да, которых мы ждем. Все-таки очень бы хотелось бы, чтобы, ну, маленько побыстрее, что ли, не знаю. Само по себе ощущение от посылки, ну, какое-то... Ну, в общем, удовольствие маленько подпорчено. Когда ты не можешь ни дописаться, ни дождаться ответа, ничего там. В общем, как-то... В общем, рекомендовать я и оставлять ссылку на этот магазин я не буду. Ну, вот как-то так. А я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. Пишите комментарии. До новых встреч и пока-пока.